Макс, ладно, что ты своего... Да что у тебя за машина читерская? Да, ребята, я так никогда в жизни не смогу выиграть вас. Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Профит, Пингвинус, Черный, Кошмар, Олд ТВ, пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Алло. Однако, всем здравствуйте. У нас сегодня классная игрушка, это Брикрикс, и решили записать режим погоня. Пацаны будут вначале брать простые машины, я тоже не буду брать сложные, но в конце ролика они будут за мной охотиться на танках. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, я уже вижу, первые погнали, смотрите. Сальтуху красиво зачудил. Так, давайте я попробую, смогу ли я вообще переехать? Ой, красиво, красиво перелетел. Где Дима? Ускоряемся и мимо, мимо, вообще красиво, ребята, никто в меня не смог врезаться. Дима, так. Я в тебя врезаюсь. О, вижу, грузовик выехал за мной. Нет, не получится. Ой-ой-ой. Нифига себе у меня мощная машина. Кстати, у меня нет уже переднего левого колеса. Но это меня не останавливает, я лечу со всей силы. Ой-ой-ой-ой-ой! Вообще жестко. В принципе, все. Давайте. Первый раунд вы затащили вообще в хлам. Вообще жестко. Ну че, пацаны, давайте, попробуйте меня поймать. Смотрите, смотрите, как вот движ за мной выехал. А он так поворачивает ускорителями очень классно. Улетел просто в мясо. Угони на грузовиках за мной гонится. Ну что, давайте, догоняйте. Вот это погоня, мне нравится. Бешеная погоня. Дима, тебя сейчас поезд сбьет. А, поезд, поезд, поезд. Спасибо, что подсказал. Мимо, мимо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ускоритель так громко работает, классно. А он себя, получается, равняет. Я еще еду, я еду еще. Вот это движ за мной. Давайте, поймайте меня. Да, наконец-то, конечно. Так, ускоряемся. Давайте проверим по скорости. Быстрее. Так, я быстрее намного. Давайте будем их дурачить. Смотрите, резкий поворот, и никто не попадает. Ого, шлагает у меня. Ой, я перевернулся. Я перевернул. Нет, не получится. У меня очень крепкая эта машина. Очень. А что так? Ой-ой-ой. Я горю. Я горю. Все, все, я умер. Хорошо, в этот раз тоже у вас получилось. Молодцы, молодцы. О, давайте для прикола, знаете, что я сейчас возьму? Смотрите. Ну что, я угнал электричку. Погнали. Только дайте мне немножко уехать для начала. Ну все, давайте, пробуйте. Ого. Ой, блин, пол автобуса. Нет, нормально. Заднего колеса нету, ребята. Мы летим, мы летим. Красиво, красиво. Ого, у него военная машина мощнецкая. Ой-ой-ой-ой-ой. И моя машина развалилась просто так. Я еще еду. Нет, я еще не еду. Давайте еще раз попробую на автобусе. Все-таки, может, будет прикольно. Ну, автобус. Ну, автобус. Сейчас, подождите, подождите. Я вот так поставлюсь. Все. Три. Два. Дай же уехать. Все, все, смотри, смотри. Бум, я живой. Я живой, я живой, только горю. Ну смотри, что творится. Дима, обернись, тебя там кто-то улетел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально, я еще живой. Главное, что я еду, автобус уже полностью сгорел. Я лечу, я лечу. Все, колеса пробиты, все пробито. Бум. Так, ну это тоже было простое, потому что дальше, конечно, ребята, будет у нас очень сложная техника. Тихо, стопе, 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 да стопе. Так, быстрые машины в этом ролике брать не буду, потому что, пацанам, будет очень сложно. Давайте вот такую вот возьмем. Ого, что-то у него за штуковины. Ого, прикольная тачка. Ну что, давайте, 3, 2, 1, погнали. Сзади ягодицы. Это машина жопа. Прикольно, кстати. А что так зеленым горит? Ой, красиво, сальтухи. Так, ребята, знаешь, что я сейчас делаю? Я сейчас, наверное, поеду в город, буду в городе от вас убегать. А те все сальтухи крутят. Эй, передо мной нельзя, так и некрасиво, я люблю так делать. Воу, воу, да слышишь ты, прощай, щенок, на тебе жопу, нюхай. Слушай. Эй, я застрял, я застрял. Нет, я выезжаю, я выезжаю. Давай, машина.
Спасибо тебе, спасибо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Колеса не отвалились! Бу-бу-бу! Ладно, давайте еще раз эту жопу возьму, только дайте мне отъехать. Подождите, не влезайтесь. Моя машина рванула. Ну что, давайте, 3, 2, 1, погнали! Ой, блин, перехват! Ой, да что на тебя взрывается сразу? Ну что у тебя жопа горит? У меня даже нет форы никакой, как отъехать. Ты что, жесть? Машина моя развалилась. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться. Мы выпускаем ролики каждый день. Ой-ой-ой, здание завалилось. Хорошо, хорошо. Все, ладно, беру еще жестче машину. Да стой, стой, не психуй. Дайте мне отъехать, вы мне не даете никакого шанса. Так, ребятушки, не подъезжай близко, потому что сейчас заспавню машину, могут позастревать. Так, я беру. О, давайте вот эту возьмем машинку. У нас дальше будут, ребята, танки идти. Жесткие танки при том. Дайте я отъеду. Дайте фору, Дмитрий. Да дайте ж фору, да что ты меня на голову ящик вонючий скинул? Да говори, дайте фору, вы что делаете? Да господи, вы что, психи? Дайте Диме фору. А вы не слышите, они не слышат. Три, два, один, погнали. Ой-ой-ой, красиво. Кстати, машина как-то странно переворачивает. Вот это у меня пулемет над головой. Опа, летит, летит автобус. Мы, скажем, жмем по тормозам, пропускаем его. О, а что это со мной? Мы же договаривались не стрелять. Стреляли. А, это... Я тебя врезался, Дима. Это просчиталось у меня так? Хорошо, все-таки я попробую отъехать. Попробую отъехать! Бу! Вот это они мне растерли в порошок. Что вы делаете? Это вообще нереально повыживать. Сейчас еще раз проиграю, ребята, и возьму уже, наверное, танк. Все, я готов, давайте. Короче, надо, ребята, очень быстро спятивать от них. Блин, у меня машина медленно наедет, всего 60 км в час. Ой, не, всего лишь 130. Я сам себя перевернул. Ой-ой-ой, красиво. Красиво. Спасибо. Спасибо тебе большое, залагало. Ой, запчасти чьи-то отлетают. Я еще живой. Пытаюсь выехать. Отбейте Диму. Ну все. Я еще двигаюсь. Нормально. Смотрите, как кручу ламбаду. Тесла приехала. Пошли, выйдем, Дима. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Переехал меня просто. Ну вы психи какие-то. Хорошо. Все, дайте. Да что вы творите? Ну я люблю так делать. Так, я немножко от них отлечу, потому что у меня вообще никакой форы нет. Я взял мощнецкий танк. А вот теперь, вы мне уже ничего не сделаете. Ну ты уверен? Дима, можно пойти стрелять? Нет, еще рано. Пока если у меня хорошо, уничтожаете. Бу-бу! Эй, где мой... Да что с моим танком? Вы его просто растерли в порошок. Попробуйте еще раз танк остановить. Кстати, тут есть постройки на гусеничном ходу. Но мне кажется, вообще будет сложно мне убежать. Они очень медленные. Да? Они медленно очень поломаются. Понял, все. Дима, это на бутыре. Не, на танке. Я по домам стреляю, гашу с дула своего дебелого. Не. Че, едут-то? Потихонечку едем. Пока здесь никого нету, повыживаем. На тебе, щенок. Ты думал, что ты меня можешь так просто взорвать? Ой-ой-ой. Ай, загорелся танк. Загорелся. Горит четко. Иди сюда. Нет, танк, кстати, у меня быстрый. 60. Ай. Ой, вот он проехал. Сзади. А, это кто-то там Давайте был. Давайте на подмогу мне. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы что там делаете? Опа, сзади летит. Танк нет, уже, кстати, не... О, у меня дуло отлетело. Это очень странно. Давай. Так, прицельный огонь ведем. Мимо. На! Ой-ой-ой! Красиво. Что будет, если... А, все. Хорошо, давайте еще возьмем другую технику. Может, у меня есть еще пожестче какая-то? Нет. Так, у меня есть... что у меня есть? У меня больше не... А, вот. Ребята, смотрите, какой у меня еще есть танк. Вот этот прям вообще... Написано на нем 300. Ну, он прям дебелый. О, я вижу, ко мне выдвинулся. Давай! Я живой, отлично. Надо ему самое главное это дуло отбить, чтобы он не мог стрелять. Ты думаешь? Главное, что ты своего... Да что у тебя за машина читерская? Да, ребята, я так никогда в жизни не смогу выиграть вас. Мы у тебя учились.
Да? Так, я немножко отлечу. Да. Так, я подальше встал от вас, потому что у меня мощнее танка нету, чем этот. Но у меня есть. Да, я понял, что вы взяли по-читерски оружие, машины, чем я. Это слабое. Да? Так, вот это они там делают в вакханалию, а я пока весь буду петлять. Какая у меня скорость? 20 километров. Ну такая Дима, скорость. А куда ты едешь? Оберни. А куда я еду? Я еду. Не надо, Дима! Мы хлебушка тебе дадим. Ой-ой-ой, сейчас тебя паровоз собьет. Ай, он не стреляет еще! Я думал, он стреляет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? Давай, давай, давай! Ого, у тебя танк мощный! У тебя гоночный танк, а это машина такая да. Просто. Так, назад, назад, назад сдаем! Ой-ой-ой-ой, вы психи! Вот это жесть! Хорошо, ребята, у меня есть против вас машина, которую вам придется постараться меня убить. Пожиратель? Да, я пожирателя взял. А где? Я быстрее тебя. Ты меня не будешь быстрее, смотри. Ну давай, догони, догони. Резко бьем по тормозам, подпускаем и стреляем. А пожирателя будет сложно убить. Ой-ой-ой, да я застрял. Вот он рахи. Ой, спасибо, спасибо. И где ты застрял? Блин, я застрял. Сейчас застрелю, сейчас застрелю по вам. На, прощай. Бум. Еще раз, держи. Извините, я с опозданием. Можно пойти стрельнуть? Ну все, давай только я сейчас отъеду и можешь стрелять. Я скажу, когда. А можно стрелять уже? Да-да-да, давайте. 3, 2, 1. Можешь стрелять. Ой-ой-ой, сразу попал. Но я живой, я живой, я живой, я еще держу. А косожоп, косожоп. Ой-ой-ой, красиво. Ой, сам себя бы навредил. А, сейчас, подождите, Дима, а ты, щенок, ничего мне не сделает. Да блин, машина моя кувыркается, как какая-то матрешка. Ну что, Дима, готов? Готов, готов, прощай. Я тебя уничтожил. Конечно, взял пожирателя больше, чем я. Это ты умеешь. Сюда. На! На! Ого! Есть! Я, ой, у меня глаза отвалились. Коробка просто осталась. Ой-ой-ой, колбасит, колбасит! А! Да как я умер? Как я умер? Я тебя убил, выстрел. Я тебя убью! Ой, да кого такого пожиратель гигант? На! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все уничтожили! Да, ребята, против них даже танки не работают. Ой, сразу двоих наказал. Даже пожиратель не работает. Вот это они меня хотят убить. Все, надо сваливать, надо сваливать. Ой. Ой, красиво, видели, в воздухе попал? Заходите еще раз, не получится. О, попал. На. Так это я стреляю. А, заглох. Я, ты меня заглушил. Ну, конечно, я буду вас глушить всех. Куда? Да блин, да вы чего меня убиваете? Я тебя убил. Да хорош! Не, Дима, у тебя нету шанса. Опять эти акулы взяли дебилы. Надо сваливать. Надо сваливать, надо сваливать. Да блин! У нас мощнее силы, чем у тебя. На! На! Вот это жесть, я их наказываю. А, все, 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 все. Чтобы не втыкали. На. В воздухе гашу всех. Да. Да вообще видимо он летает. Все, все убили. Все, давайте, последний раунд. Если вы меня убьете за 3 минуты, то я проиграю. Если 3 минуты повыживаю, значит я выиграл. А ты кого взял? Я этого же пожирателя взял. Ага. Все, потихонечку еду, катаюсь по городу, не даю вам никаких шансов. Поняемся сразу, потому что знаю, что пацаны могут за домов стрелять. Я вижу. Впереди, сбоку стреляет, вообще сила. Показываем. Вы что там, дома рушите? Что за звуки? Дом упал! Я увидел танк сзади, я увидел, я увидел. Хорошо, что я его вовремя зачекал. Дим, посмотри на мост внимательно.
А что там на мосту? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все, ладно, убили! Ну все, в этом ролике я проиграл. Ну ничего, на следующий ролик я подготовлюсь пожестче. Хорошо, я... Ого, у тебя тачка! Дай посмотрю на нее хоть. Вот это мощь! Да стой, не убивай сразу! Дай хоть посмотрю. Вот это читерская машина, нате. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. На всем отличного настроения и всем пока.